В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», национального проекта образования, Тамбовский центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения принял участие в конкурсном отборе и получил грант на развитие консультационных услуг для родителей по вопросам развития, обучения и воспитания детей в нашем регионе. Участие в проекте позволило организовать на базе центра региональную службу оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям или законным представителям детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей. Любой родитель, имеющий детей в возрасте от 0 до 3 лет, детей дошкольного возраста, детей школьного возраста, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также граждане, желающие принять ребенка на воспитание в семью, могут обратиться к нам за консультацией. Консультации можно получить как в очной форме, придя к нам лично на консультационный пункт, либо дистанционной, позвонив по телефону или по скайпу. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Консультацию также могут получить родители детей всех возрастных категорий – от 0 до 18 лет. Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения является координатором проекта в области. Совместно с ним консультации родителям оказывают детские сады, школы-интернаты, а также центры по работе с приемными детьми. Психологическое консультирование родителей, которые имеют детей с ограниченными возможностями здоровья, жизненно необходимо, потому что только их установки, только их вклад в воспитание, в развитие имеет наибольшую ценность для ребенка и влияет на его психологическое здоровье. Далеко не все родители компетентны в вопросах воспитания, развития и обучения детей. Именно поэтому необходима большая работа с родителями в данном направлении. Специалисты центра помогают родителям найти причины проблемы и подобрать способы ее эффективного решения. Мамы, папы, а также бабушки и дедушки могут прийти на консультацию к специалисту по вопросам воспитания, обучения и развития детей, а также получить профессиональную помощь. Мы узнали про центр от родителей. Мы занимаемся здесь у логопеда и психолога. На занятиях внуку очень нравится. Он очень с восторгом сюда ходит. Ему хоть бы каждый день заниматься ходить. Средства гранта, а это более 7 миллионов, направлены на создание условий для родителей и их детей при проведении консультации. Созданы так называемые зоны ожидания и игровые комнаты. Все это позволило оптимально использовать время нахождения в центре и родителей, и детей. Если папа или мама приходит с ребенком, то во время консультации малыш не остается один. С ним также работает специалист. Учителя-логопеды, учителя-дефектологи. Специалисты постоянно повышают свою квалификацию. Часть специалистов уже отучилась в Московском государственном педагогическом университете. Вторая часть сейчас обучается на курсах на базе Тамбовского института повышения квалификации работников образования. В службе консультирования созданы мобильные бригады. Таким образом, консультативная помощь родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей стала доступна во всех муниципалитетах области. Служба включает в себя сеть базовых площадок с консультационными пунктами. Адреса базовых площадок и консультационных центров, а также всю необходимую информацию о специалистах и услугах центра можно найти на сайте региональной консультационной службы. Чтобы записаться на прием, не обязательно ехать в областной центр. Сделать это можно здесь же, на сайте.